Из-за непрекращающихся обстрелов вооруженными формированиями Украины населенных пунктов республики проблема водоснабжения на сегодняшний день во многих городах ДНР стоит очень остро. В Донецко-Макеевской агломерации уже давно перешли на достаточно суровый график подачи воды. Не хватает ее и в Иловайске. Обеспечить жителей города железнодорожников питьевой водой хотя бы раз в сутки помогла врезка в Харцизский водовод. Разберемся для начала, откуда запитан сейчас Харцизск. Если раньше наш город получал воду из двух источников – фильтровальной станции Макеевки и Ольховки, то сегодня по понятным причинам осталась только одна нить водоснабжения – Ольховская. Иловайску повезло еще меньше. Резервной линии водоснабжения, отдельной от Макеевки, у города железнодорожников нет. И нужно отметить, что ситуация с водоснабжением была близка к критической. Поэтому было принято решение сделать врезку в Харцизский водовод, чтобы подавать воду в Иловайск хотя бы раз в сутки. Благодаря помощи города Харцизска, благодаря помощи коллег из ПВКХ, пятницу, субботу и воскресенье усиленно работали по поводу врезки. Удалось к вечеру воскресенья закончить эту врезку. Определились. Вчера первый раз мы попробовали прокачать и подать воду на город в вечернее время с 17 до 21.00. В принципе, у нас получилось. Не дошла она только до верхних этажей, потому что очень сильный водоразбор. Вчера же было принято решение, что мы перейдем по многочисленным просьбам жителей на одноразовый график подачи воды в городе. Он будет подаваться с 17 до 22.00 вечером, каждый день. Кто-то, кому необходимо, кто-то сделает запас. В принципе, работать мы будем по накопительной системе, мы будем набирать определенное количество кубов, которого нам будет хватать для того, чтобы прокачаться. Также провели работу с контролерами, сказали, чтобы очень сильно все смотрели за поливом, поскольку расходовают воду в такое время на полив. Увы, ситуация с уровнем воды в резервуарах водоканала складывается таким образом, что подачи воды по графику в нынешней ситуации Харцизску не избежать. Известно, что сегодня в администрации состоялось совещание с коммунальщиками, где был утвержден двухразовый график подачи воды на город утром и вечером. Документ осталось подписать главе администрации Харцизска. Все актуальные подробности о временной вынужденной мере водоснабжения нашего города смотрите в завтрашнем выпуске новостей.